Вкусно. Ну что, началась новая неделя. Сегодня 8 апреля. Вчера, конечно, было очень тяжело выбираться со стадиона MetLife, потому что он находится как-то обособленно от всего. В жопе мира, так и скажи. Мы сколько, часа полтора-два, наверное, ходили, просто вот искали, на чем уехать. Уберов нифига не было. На поезда там очередь километровая. Куча людей тоже подходит, не знает ничего, никуда приткнуться. В итоге куда-то там прошли до парковки, с каким-то итальянцем сели в такси, заплатили вот с Вадимом мы на двоих 120 баксов. Это жесть. Чтобы доехать 10 минут. Хотя обычно он стоит 14. Это... Пойдем-ка. Это вообще одна из самых больших проблем, как я и говорил там, не знаю, в Инстаграме меня спрашивали, какие трудности там вот в Америке. Самая большая трудность здесь, это то, что без машины это прям жопа. Ну куда ты? Тут шумно. Чё ты? Ладно. Окей, окей. I don't know, maybe yes. Oh. Yesterday was no bag to WrestleMania shop. Oh, Double M shop. Oh. So, today maybe. Ну с таким рюкзаком его, конечно, не пустят. Да, блядь, еще он для винтовки. Ну, короче, так или иначе, вот у нас последний день в Нью-Йорке. Сегодня Access, мы идем сейчас к AJ Styles. А после этого вечером Raw. Monday Night Raw, да. VIP. Мы не VIP? VIP. Пойдем VIP. Можешь, пожалуйста, взять? Очень, очень большая очередь. Чувствую себя випами, в принципе. Очень большая очередь тех, кто по обычным билетам. А у нас-то вип к Стайлзу, типа. Поэтому надеюсь, быстрее. Надеюсь, Берич, что народу сегодня будет меньше. Ага. Ну да, что-то до хрена все равно. Ты вообще показывал билеты? Нет еще. Блин, так мы могли просто так пройти, даже если было, ну, обычно. Нам же браслеты где-то должны дать. Мне вот вчера уже дали. Отрисовано. Раковые больные. Короче, нас очень сильно обломали. Оказалось, ну, мы брали билет конкретно к Стайлзу, премиум VIP, все дела. Оказалось, что на Расселмане он травмировался и не смог приехать. Вместо этого мы пойдем к Кофи Кингстону. Как бы тут два варианта было: либо оформлять возврат денег, и мы бы просто пошли на Access, как обычные General Admission. Либо вот брать как бы Кофи Кингстону, а автограф Стайлза потом пошлют по почте, типа такое. Очень обидно, прям мега обидно. Я не знаю, я расстроен. А он в тур поедет? На, в смысле, в Финляндию? Да. Не знаю, если на Смакдауне останется, то да. Ну ладно, пойдем не терять времени, что куда-нибудь. Ну, такое. Детское. Ну потом можно. Тут еще видишь, не особо пустили всех по дженералу, я так понимаю. Надо пользоваться моментом, пока очереди не очень большие. Ой, какое дерьмо. Господи, а ненавижу. Ненавижу. Я уже спал долго. Тут как-то реально очень мало места, я не понимаю. Мне кажется, мы что-то упускаем из виду. Где VIP-сейфи? Вот тот самый чемоданчик. А тут уже магазин, смотри. Так, это посвящено Hall of Fame этого года. Что-то не врубать, что так мало места.
Ай, ну что тут у нас, значит? Мерч, 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 мерч. Постеры. ППВ. Тут были бои, и, наверное, сегодня тоже будут бои, понятное дело. Так, это для Тими места. NXT UK. Обана, Шейнский. Смотрите-ка. Буяка. И да. Excuse me, this is lying to Sheamus. No. That's just a cardboard cutout. I don't know if Sheamus is going to be here today. Here is going to be Kofi Kingston. Here? Yes. Okay. Thanks. Вот сюда вот мы пойдем, Кофи Кингстону. Что-то, конечно, в этом году как-то скудненько, вообще скудненько. Отстой, лучше бы я дома спал бы, на самом деле. Если бы еще знал бы, что AJ Styles не будет с утра. Hello. Что у нас тут? Бесплатно бы отдавали бы лучше. Со мной можно сделать тут. Получается. А, Honky Tonk Man, Джонни Гарган и Монтеспорт. А так все тут будет. Рутин, наверное, остался с прошлого дня. Все. Это все. Ой, какое же говно. Боже мой, а. Дерьмище какое, господи, а. Еще 3 часа шляться до Ро нужно будет. Ой. Да уж. Просто феерическое говно, господи, а. Как же они обосрались, а, в этом году. Просто с подливой наложили. Уроды. О, опять шмотки. Лишь бы все втюхать. Козлы, а. Все, теперь ты чемпион. Я сам не знаю, какого хрена ты им стал. Ту хоть, может быть, можно свистнуть отсюда, я не знаю. Не могу его сложить одной рукой. Выздоравливай. Приезжай в мае в Финляндию. Наша очередь Ковинсу. И вот Дэйв Мастиф и Кейт Ли. Is that why you're recording me? Yeah. We have a wrestling block in Russia. Right, yeah. Take care, man. Good luck. Thank you. Oh,
Greetings from Russian fans. Oh, awesome! Yeah. I've only flown through Russia. I've never wrestled there. Yay! Yeah. Thank you. Thanks. Thanks for your time. Good luck. Good luck. Thank you. Thank you. Какая-то странная фигня. Я вообще на тупника случайно попал в очередь, которая для инвалидов. Я думал, что пока Вадим стоит в обычной очереди к Кевину Оуэнсу, там ко всем, я сфоткаюсь вот здесь вот с титулом. Я думал, что это очередь к ним. Я туда просочился, а оказалось, что вот это очередь для инвалидов. Я не хотел. Везде проканает. Сомневаюсь. Вот тут вообще очередь пустая типа была. И будет очень странно, если ты перелезешь и все. Ну, короче, на тупника мы как-то быстро сфоткались. Да, это очень прям, это плюс. Че, посмотрим. Ты смотришь, с титулом не хочешь? Да. Ну, пошли так. А у тебя есть титул, че тебе? Да. Ну, там вот, ну, ты показывал уже, ну, да? Руд был в другой день, так я понял. А при чем тут Руд? Эти стендис, они просто так тут стоят. А, все, я понял. Там Конг-Мен, Гаргана и Монте Скорт. Гаргана, да. Хотелось бы. Давай поэтому. Ну, там Кофи Кингстон, в принципе, не очень большая очередь. Не очень. Естественно, блин, я сам туда не стоял бы. Ну, пойдем, наверное, уж. Дело сделаем. Не, я не хочу его автограф на пояс. Тут должны быть легенды расписаны. А Кингстон легенда. Первый чернокожий чемпион WWE. Кошку, типа, я держу свой титул, он держит свой титул. Или поменяемся с ним? А-а-а, я придумал. Он будет мой держать, а я буду его держать. Он у тебя вон, все это такое. А я знаю, ну отломалась вторая. Конечно, блин, очень обидно, что не ставил. Я так мечтал о подписи. Единственному человеку за деньги самая маленькая очередь. Потому что это как бы замена Стайлза, но не все пошли на Кингстона вместо Стайлза. Поэтому как бы такая очередь. Видимо. Не, ну конечно, что мы это купили за $200, это получается дебилы. Чего? $200 фотографии с Кингстоном, мы дебилы. Можно было купить Остина плюс Майклза плюс Флэра за эти деньги в прошлом Расселконе. Кто знал? Ну да, кто знал, но просто хотя бы ситуация дебильная получается. Хотя бы с Оуэнсом еще. Ну, Оуэнс это хорошо. Ну, и Гаргана скорим. Если успеем. С другой стороны, единственный плюс, то, что мало реально рестлеров, и мы успеем со всеми, кто тут есть, сфоткаться. Ну, возможно. Вот, это единственный плюс. Может и нет. Там будет дерьмовый матч, говно какое-то собачье. Но народу реально меньше. Прям. Очереди терпимые. Ну что, мы почти дошли до Кофи Кингстона. Надеюсь, получится что-то заснять. Oh, wait a minute. This one. Ну что, Вадим, ты следующий? I'm from Russia too. Oh yeah, yeah. You know, the first match I've ever seen live was you and Truth versus Prima and Epic in Moscow. Oh really? Yeah. Oh, I remember that. Incredible. Wow. Yeah. Thanks. Thank you. Thank you. Congratulations. Thanks, guys. She's gonna mark your wrist. She's gonna mark your wristband real fast. And then I'm gonna give you a ticket for your digital photo, okay? Thank you. Джон тебе сказал. Ну, мы сходили к Кофи Кингстону, а тут проходит рестлинг. Сегодня в понедельник чисто женский рестлинг. И это у нас матч. А, это тот самый матч, про который шутили, что это типа два Человека-паука, потому что это Кэндис Лерей против Кейли Рей. Ну, кстати. Not bad.
мне очень понравилось, на самом деле, вот в NXT UK, когда я смотрел его единственный матч. Ну, а Кэндис вообще хорошо. Может, досмотрим уже этот матч? Сейчас уже концовочка, наверное, будет. Вот жена Гаргана, понимаешь? Понял, да? Да. Завершается для нас, да, для всех, как бы, да. Последний день, последняя сессия. Вот. А я к Шински не сходил. Ну что делать, за вот 2 часа, которые идет каждая сессия, скажем так, ну, точнее, половина сессии, но там меняются, короче, люди, по сути, только на одну можно сходить, на одну попасть. Ну вот у нас в этот раз еще более-менее как получилось. Вот помимо Кофи Кингстона, который у нас заменяет Стайлза, у нас еще 6 человек. 6 человек, 6 фоток, причем все как профессиональные. Вот такие фотографии мне всегда больше нравятся. Я только рад Кевином Оуэнсом и все. Да, ну я... так, если объективно. Ну как бы. Мастаж Маунтин мне нравится очень. Ну, в общем, очень обидно, конечно, все равно за Стайлза, то, что вот не попали к нему, но в целом окей. Плюс так вот интерактивчик всякий был, да, записали выход The Bar, надеюсь, это было забавно. Ну а что, мы будем двигать в сторону, ну я, сначала поедем где-нибудь поедим, и потом на Ро. Кингстон уже чемпион. Ну, тут вообще все по мотивам Расселмании, я так понимаю, сделано. Более-менее. Ну, плюс-минус. А вот это вообще самые новые типа фигурки, они еще не доделаны даже. Они только летом выйдут. Эти бэтл-паки вообще только осенью выйдут. Ну, вот это понятно. Саша и Алекса, это их костюмы с выступления в ОАЭ, насколько я помню. Которое не записывалось даже, Full House Show было. Не так, что не костюмы, да? Хорошо.
прям та самая вот машина? Или просто похожая? Я не знаю. Зона, посвященная TX. Штаны Шона Майклза. Ну что ж, мы вышли с Эксоса, идем по Бруклину. Тут, в принципе, в шаговой относительно доступности находится Барклай-центр, где сегодня пройдет. 57 минут пешком. Ну, почти, да, шаговой. Ну, времени полно, еще 3 часа почти дорога, поэтому мы идем пешком. Сейчас очень хочется найти где-нибудь приятное место, посидеть, покушать. Вот. Ну и все, как бы это последнее вот будет уже такое рестлинг-шоу у нас в нашей программе. Дорога на Рестлманию. По сути, заканчивается. Дальше у нас уже будет... Дорога во Флориду. Ну да. Че, какие ожидания от Ро? Ой, ну я не знаю, на самом деле. А, смотри... Я хочу что-нибудь. Я Адам утра... Кол хочу прикрыть. Вот с утра я заходил на YouTube WWE, и там был ролик топ-10, да. 10 величайших дебютов на Ро после Мании. Да. Намек ли это на то, что будут какие-то клевые дебюты на этом Ро? Да, наверное, я думаю, что должно быть. Кстати, насчет Кола, я что-то прям, на самом деле, по итогам всего, что было, я бы тоже предположил, что неоспоримая эра внезапно все-таки может дебютировать из NXT, так как, в принципе, что эти самые там, ну, командные титулы, они уже и выиграли пару раз, и проиграли, как бы уже все, остались немножко в стороне. И... Ветер. И этот самый Адам Коул, собственно, проиграл свой тайтл-шот. И сейчас, как бы, не знаю, что им делать, в принципе, еще на NXT. Может, правда, может, дебютировать пора. Потому что какой-то дебют с NXT-то должен точно состояться. И более вероятных кандидатов особо и нет. Гаргана мог бы, но он, в принципе, частично уже и дебютировал с Чампой тогда. Но сейчас он чемпион и, похоже, еще на годик там задержится. Блин, было бы прикольно, на самом деле, если бы неоспоримая эра дебютировала. Правда, конечно, боязно за них в основе. Боязно. Но если будут сегодня, покричать Адам Кол Бэйбэ, это будет потрясающе. Очень хочется. Ну что, мы идем по Бруклину, в сторону Барклайс-центр. И это просто капец, не знаю. К Вадиму из-за титула прикапываются просто каждый второй. Что-то спрашивают. Еще не все понимают, типа, что это просто титул фанатский, да. Не настоящий. Один мужик в пиццерии к нам подошел, говорит: я друг бруклинского броулера. Да. Охренеть просто. Дед такой, прикольно, очень клево. А в том году же этого мы в магазине в Орландо видели же какую-то женщину, которая говорила, что она племянница этого Терри Горди, по-моему. А, да, я помню. Мы сцепились, да, языками. Вот. Блин, ну очень много людей прям что-то удивляются, там, что титул. Даже бомжи бруклинские очень удивляют. Странно, с учетом того, что рестлинг тут, в принципе, вещь популярная. А смотрят на Вадима как на достопримечательность. Спрашивают, типа, идем ли мы там. Куда-то там. Сегодня Барклайс. В Барклайн, например, были ли мы вчера на ивенте. Блин, прикольно. Ну а тут прям, вот это прям миленький район, блин. Да.
Тут неплохо. И сегодня погода, конечно, просто отличная. Тепло. Даже вот в новостях все радуются, что 78 градусов по Фаренгейту. Оба-на! Сейчас на стрим. Пришла весна. Тут птиц много поет. Твои церкви на реконструкции очень жалко. Снимаю некоторые сцены из «Зачарованных». «Зачарованные» в Сан-Франциско. Сколько раз повторять? Я знаю. Ладно, тогда «Supernatural». «Человек-паук». «Супернатурал». Не знаю. Не смотрел. Ну, этих двух смазливых пидорков. Ну что, нам налево идти. Привет, я сейчас правда Макола. Адам, гол! Бэби! Не, тухло. Плохо. Очень плохо. Да. Это какие-то... Не знаю, кто даже. Все, вон чуваки, шок ты систем. Ну что, все, мы почти на Ро. Сейчас будем проходить контроль. Ведущий год мне пошел с прической. Блин, опять попить хочется. Что ж такое-то, а? Кстати, да. Что, очередной стакан за $10 с напитком будем покупать? Да, походу. Ну что, ребятки, мы снова на Parkway Center. И... Оу-оу-оу. Сейчас начнутся записи Main Event. Места у нас в этот раз очень клевые. Сейчас сами увидите. Оп. А я почти не спрячу. Вот все думают, кто ходит на шоу Main Event, зачем оно надо? И сейчас мы будем смотреть Main Event. Мы на самом деле на Main Event билетки покупали. А вот так, дополнительный бонус. Что сейчас будет? Новый Хосе, какой-нибудь TC3, вот это по классике. Я думаю, будет на основе. Хосе? Попеть просто. Это же первая Ро после Мани, тут же много таких плюшек. Радостно. Только дебюты. Все, будешь вот это говно смотреть? Main праздничный Main Event после Мани. Ну, посмотрим, кто там сейчас будет. Праздничное говно, между прочим. А, еще не началось, да?
Thank you.
сейчас непонятно. Опять бейсбол пошел. Не заснял, не видно ничего было. Не верю. Ну и что? Эсхол!
ребята, это вообще что-то очень странное было. Как бы к нам подошли охранники, ну, что-то в первую очередь наехали на Вадима. И, в общем, они решили, что это там наши мячики эти пляжные. Причем люди рядом орали, типа, что мы вообще не при делах, типа. И они все равно, типа, выходите, потом, типа, 11 часов закончилось шоу, и мы такие, ну все равно шоу закончилось, типа, выходите просто. Мы такие, ну ладно. Очень странная херня, очень странная. Ну хорошо, что шоу закончилось, и как бы уже... Мы ничего не пропустили. Да. А кто победил? А, Сет Роллинс. И кофе. Да. Ну я типа вот только единственное, что там со мной рядом приземлился этот мячик, я его пнул куда-то дальше. Может быть что-то это. Почему из всех, блядь, показали на нас? Из всего зала? Блин, сейчас ветер, наверное, не слышно. Ну ты заводил там Адам Коул, бэйбэй, ты. А причем тут это? Я не орал CM Punk первый, я не орал All Elite Wrestling. Ну ты выглядишь как вот мудак, вот знаешь, такой британский фанат. В зеленой футболке? Ну, почти. Блин, холодно, слушай, не поедем, мне кажется, на Times Square. Ну да, поедем. А нам в эту сторону или в ту? Нам куда? В Манхэттен Баунд. Подожди. В сторону Стилвелл Авеню? Или... А, сейчас вот. Бродвей Экспресс, да? Или Брайтон? Не, не Брайтон, не Брайтон. Манхэттен, вот. Какие-то итоги РО подведем тоже, в принципе. В принципе. Как бы, у меня оно оставило, конечно, гораздо больше впечатлений, чем прошлогоднее. Да, 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 прошлое вообще говно было, ты чё? Не говно, там было много вроде дебютов, но они все какие-то бесполезные были. И в итоге никто так и не выстрелил. Здесь из дебютов был только Ларс Салливан. Потрясающе, РО. Только Ларс Салливан, но все было как-то... Ну, как-то правильно сделано. Что-то. Жалко только в конце не эти дебютировали. Да, они не дебютировали, они прервали не эра. Да, очень хотелось бы эру, но в итоге мейн прервали какой-то фигней. The Bar откуда-то взялись. Чего? Почему The Bar? Как-то так не в тему было, очень странно. Поэтому публика спушевалась и начали просто трэшем заниматься. А попал под раздачу я один. Со всего, блядь, зала! А я вот не понял, кстати, именно человек. Тебя все-таки хотели вывести или нас обоих? Что-то как-то вроде... Они подошли ко мне, обратились. Типа, я мог остаться. Но они что-то гайс уже там. Меня тоже начали. В общем, веселый вечер. Весело заканчивается наш трип в Нью-Йорк. Ничего не скажешь. Ну, парень, помню. Нет. Да нет денег.